Во Владикавказе создадут культурный центр «Дом-музей Евгения Вахтангова». Это одно из главных мероприятий, посвященных вековому юбилею ведущего театра страны. Открыть новый объект планируют в 2021 году. Организационные вопросы обсудили в театре имени Вахтангова в Москве. С участием художественного руководителя театра Римаса Туминаса, директора Кирилла Крока, ведущих актеров театра, а также полпреда Северной Осетии при президенте России Бориса Джанаева. Создание культурного центра на территории нашей республики, в городе Владикавказе, в исторической части. Для нас это, конечно, очень важное событие, потому что Евгений Багратионович Вахтангов родился и жил у нас в республике, создав уникальный дом-музей, культурный центр, будет, я считаю, пользоваться большой популярностью не только у жителей республики, но и у туристов, которые сегодня приезжают к нам в субъект. Огромный культурный проект. Мы просто должны, мы просто обязаны в год его столетия вернуть Вахтангову дом, не дать ему разрушиться, сохранить его, сохранить историческую память, создать там музейную экспозицию, небольшой концертный зал и сделать это региональный проект. Мы сделаем, я надеюсь, счастливыми те 14 семей, которые сегодня проживают там в коммунальных квартирах. Люди получат прекрасное, современное, комфортабельное жилье. В музее театра Вахтангова в Москве достаточно экспонатов и материалов для организации богатой экспозиции в доме музея во Владикавказе, отметили собравшиеся. При этом концепция будущего культурного центра не ограничится только музеем. Это будет полноценный культурный центр с театральным залом. На будущей театральной площадке в месяц планируют организовывать в среднем 5-6 мероприятий. Для нас очень важно, во-первых, как сегодня многие говорили, вернуть Вахтангову его дом, потому что вот этот дом-музей — это будет фактически часть театра Вахтангова, филиал. Для нас, как банка, также важно, чтобы в Владикавказе появился еще один культурный центр, который был бы местом притяжения и для жителей Владикавказа, и всей Северной Осетии, но и также для туристов, которые приезжают в город. Уже разработанный бизнес-план, который позволит реализовать проект. Основной финансовый вклад в создание культурного центра внесет Банк Открытия.